Добрый день. Вот такой туалет в Хрущевке. Туалет был оклеен обоями. До сих пор здесь обои остались. Здесь я содрал с этих стен стены, все завалены до 5 сантиметров. Так, обои были наклеены в 4 слоя. Мочил и шпателем сдирал. Мочил. Ну, довольно-таки трудоемкий труд. Времени заняло очень много. Отодрал обои. Теперь, значит, надо стены покрыть бетоноконтактом. Ну, акстан. 200 рублей стоит с копейками. И вот так кисточкой все тщательно промазать. Все высохнет, потом можно будет дальше что-то творить. За унитазом нужно будет установить короб, лючки, один сюда, другой вот сюда. Ну вот, здесь уже положил пол, плитку, остался уголочек, уже выпилил, приготовил гипсом, выровнял стены. Потому что стены в ужасном состоянии. Такой приступочек. Ну, все это на профиля крутилось. Выставлялось и крутилось. Ну, теперь начинаю плитку клеить. Вырежу и дальше поеду. Ну вот что получилось. Такие вставочки молденькие. Столько дела за потолком. Thank you.